За последние 6 лет в столице Карачаево-Черкесии по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году. На данный момент новое оборудование установлено в 44 многоквартирных жилых домах. О создаваемом в Черкесске комфорте и некоторых появившихся проблемах в репортаже корреспондента Артура Мхце. Одной из причин остановок, отключения лифта служит неправильная их эксплуатация. В этом доме по улице Октябрьской в течение 2 летних месяцев текущего года было заменено отслужившее свой срок лифтовое оборудование. Когда установленный по программе капитального ремонта подъемник наконец-то заработал, люди вздохнули с облегчением. Мол, пешие прогулки по лестницам остались в прошлом. На первых порах новинка действительно радовала комфортом. Вместимость куда больше, не слышно и звуков подозрительного скрежета из шахты. Однако затем лифт просто перестал работать. В управляющей компании разводили руками. Лишь специалисты регионального управления жилищного надзора помогли достучаться до организации, которая должна контролировать состояние подобного оборудования. И лифт снова поехал. В нынешнем году работы по установке в Черкесске новых подъемников были проведены в 8 многоквартирных жилых домах. Участие в приемке современного типа конструкции принимали представители Ростехнадзора, мэрии, фонда капитального ремонта, управляющих организаций и сами собственники жилья. Работали в начале сентября. И потом? Вот. А потом вот так. Не работают и все, не работают и все. Но потом останавливались. Периодически. Периодически. Ну, вызывали. Застревали. Ну, сейчас вроде более-менее пошло. Вроде. А потом, это наша старшая по дому, она и Лида вызвали этого начальника. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе, и люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. Лифты чувствительные, в них много электроники. Наладка оборудования действительно требует некоторого времени. Другое дело, что кое-где подъемные устройства постепенно приобретают сходство со своими предшественниками. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные. В них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывает то, что не успели пустить лифты в работу. Как что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. Представители управления ЖКХ просят горожан бережнее относиться к тому, что для них делается. Ведь установленные сейчас лифты никто не будет менять в течение минимум 1/4 века. То есть людям придется все это время лицезреть те художества, которые они решат оставить на долгую память себе и другим. За техническое состояние отвечает специальная служба, связаться с которой при поломке лифта обязаны представители управляющей компании. Но вот так сказать за картинку в ответе сами жители. Артур Мхце, Олег Молхожев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.